Настал момент обслуживания вашего транспортного средства. Все, что вам сейчас нужно, это оставить заявку. В этом поле указываем данные автомобиля. Марка, модель, год выпуска. Это основное поле заявки. Здесь указывайте проблему. Нажмите на иконку ниже и выберите предполагаемую услугу. Нажимайте «Создать заявку». Далее выбирайте необходимый эвакуатор, собственные запчасти и приложите фото. Напишите ВИН-код, нажимайте «Продолжить». На интерактивной карте отмечены партнерские автосервисы. Радиус формируется вокруг вашей геометки, которая отмечена на карте автоматически при включенной геолокации. Выберите радиус 5 км, и вы увидите, сколько сервисов находится в этом диапазоне. Только они увидят вашу заявку. Ниже отмечайте дату, предлагайте цену и промокод, если есть. Нажимайте «Продолжить». Введите номер телефона. В течение 10 секунд вам придет код подтверждения. Ваша заявка отправлена в автосервисы. Ответы на заявку вы можете посмотреть в личном кабинете. Информация о поступлении новых ответов на заявку будет направлена на ваш мобильный телефон в виде СМС и электронную почту. Вот так все просто.